И печальное известие. Ушел из жизни Виталий Глебов, один из активных участников создания и становления Приднестровской Молдавской Республики. Ему было 83 года. Виталий Глебов – известный общественный и политический деятель. Он прошел большой путь в науке и политике. От студента до профессора, от агронома до руководителя района. От бригадира виноградарской бригады до первого министра сельского хозяйства Приднестровья. От депутата и председателя Республиканского комитета профсоюзов работников АПК Молдавии до председателя Общественной палаты Приднестровья. На всех участках работы Виталий Иванович отстаивал интересы земляков. Кстати, это с его подачи еще во времена СССР три села стали пригородами Бендер. Первым секретарем Бендерского горкома партии тогда был будущий президент Молдовы Владимир Воронин. Вот кадры из фильма «След на земле», где Виталий Иванович сам об этом рассказывал. Я приехал к нему, Бендеры без продуктов. Я давай виску и протягаловку и варницу присадим Бендерам. А как это сделать? Ну как, выйди на совмин, ну набираю первого зама Степана Герафанасовича. Вот я сижу с Вадимом Николаевичем Воронином, надо такое сделать, потому что действительно в городе нет продуктов. Пусть завтра приезжает. И на следующий день совет министров присоединил варницу, гыску и протягаловку к городу Бендеры. Честность, решительность, принципиальность – это те качества, которые были свойственны Виталию Ивановичу. Какую бы должность ни занимал, он работал прежде всего на благо людей. Не зря Виталия Глебова называют символом эпохи. 7 орденов, 23 медали, 20 нагрудных знаков, почетное звание «Заслуженный работник ПМР», «Заслуженный профессор». В связи с уходом из жизни Виталия Глебова соболезнования выразил президент, подчеркнув, что Виталий Иванович навсегда вписал свое имя в историю Приднестровской Молдавской Республики.